Может быть, вам нравится ловить рыбу, но мне как-то стоять скучно. Погоди, сейчас клев начнется. Скучать перестанешь. О, клюет! Сорвалась! О, и у меня клюет! Молодец, Илюша! Забрасывай опять! И у меня, кажется, клюнуло! Почему у вас ловится, а у меня нет? Да потому что настоящим рыбаком должен быть папа. А мама что должна? А ты должна, мама, рыбу чистить и жарить. И у меня клюнуло! Кубик, ты видишь, рыба и так не клюет. Не мешай. О, куб! Есть идея. Хочешь лайк заработать? А давай-ка мы... Молодец, куб! Все лайки наши! Молодец! Не поняла, а где моя рыба? О, и мой улов пропал! Куда делась моя рыба? Папа, откуда у тебя полное ведро? У тебя же ничего не ловилось. Ничего не знаю. Это мой улов.
покажи нам свое ведро. Зато чистить и жарить никому ничего не придется.